Всем здорово, народ! Вы на канале Виконста. Видео будет о ценах в городе Донецке на 2018 год, сентябрь месяц. Разница в цене в обычных магазинах достигает порядка 20-30 рублей только на одном мясе. Поэтому, когда вы ходите в магазины, обязательно смотрите и приценивайтесь, чтобы у вас было с чем сравнивать. Не переплачивайте лишние деньги кому-то в карман. В прошлом видео я записывал цены на бытовую химию. Кому интересно, вы можете посмотреть в правом верхнем углу экрана. А сегодня я сделал видео вставки, чтобы вы посмотрели наглядно и оценили, какие у вас цены и было у вас с чем сравнить. Поэтому, кому понравится этот видеоролик, ставим палец вверх. С периодичностью я буду выпускать данные видео, чтобы отслеживать разницу в цене. Пишем любой комментарий по этой теме. До скорых встреч. Всем пока.